Привет модельской братве и Кей Крэйзи Рашен. Давненько я не использовал этот мини-макет с рабочим фидбэком. Z21 черная, Машка Вьетнамка, два аксессуара декодера ESU, рабочий шлагбаум, два. Тоже световая индикация шлагбаум. Рабочий фидбэк 10787, старая вещь. Слит финский, вот здесь. Модуль, который дает уже напругу. И я вам сейчас продемонстрирую, как я подключил GMRI. Рядом виндовый компьютер, подключенный к Wireless Network. Значит, Z21 подключена кабелем к раутеру. Здесь у нас свежий firmware, прошивочка. Демонстрация Z21, это прошивка 2.0. Так, на Z21 с командной станции тоже новая, 1.42, то есть я могу воспроизвести до 31 функции включительно. И вот как работает GMRI. На компе работает сервер и Wi-Fi throttle. Значит, два варианта можно использовать. Либо подключаться к раутеру, либо использовать другой модуль Digitrax LNWI прямо на LocaNet, потому что здесь LocaNet. На белый, к сожалению, это не получится. На белый открыто, разумеется, можно сделать вот так, как здесь сейчас. Сейчас гуднем. Смотрите. Здесь очень классная индикация, что кто-то взял контроль. А если я возьму, к примеру, поменяю направление движения, помните, вот здесь ставлю вот этот shift, и вот таким образом меняю направление движения. Может быть, вы видите белый вот сейчас, да? Сейчас красный. Ну, на этой Машке светодиоды такие немножко тускловатый. Но тем не менее, я сейчас контролирую с этой мышкой GTI. И если я сейчас гудну здесь, сразу видно, что опять кто-то взял у меня контроль. Ну, соответственно, можно погонять это все дело. Forward. Здесь... Я предпочитаю крутилку, но, тем не менее, это работает четко. То же самое и здесь. И вот самая плюшка-то в этом, что здесь крутилка гораздо главнее. Я надеюсь, как-то это помогло работать с GMRI. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Удачи и успехов. OK USA.